9 декабря на пульт Краснолучского ГПСО МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что на трассе в городе Миусинск в автомобильный затор попала колонна фур. Большегрузные автомобили следовали в Донецк, возвращались в Луганск после доставки туда гуманитарного груза от организации «Красный Крест». Из-за непогоды фуры не смогли преодолеть подъем в районе улицы Донецкой. Спасательное отделение прибыло оперативно к месту и с помощью буксировочного троса и автомобиля повышенной проходимости приступили к буксировке колонны. Совместно с бригадой «Автодора» эвакуировали 7 фур. Но в скором времени колонне снова понадобилась помощь краснолучских спасателей. За поселком Коренное они не смогли преодолеть трудный участок, и сотрудники МЧС эвакуировали там 4 автомобиля.